С одной стороны, есть такая замечательная фраза у Ильфа в записках. Не надо бороться за чистоту, надо подметать. Мы никак не можем навести порядок с тем, что творится вообще по поводу нарушений всей законности, я имею в виду, во всех ситуациях. И все, что валится на МВД, они не могут вообще справиться. В таком ли подразделении, в таком. Отделение Следственного комитета, как видите, ничего не дало. Следственный комитет себя ведет тоже по-разному, с разными. И плюса какого-то не дает. Затянутые дела, сдаются они в суды, недоделанные, возвращаются обратно, незаконными вещами и так далее, происходит. Поэтому, наверное, это более серьезные какие-то вещи нужны. Хотя я, так сказать, к министру Колокольцеву отношусь с большим уважением. Я думаю, что это как раз фигура, которая должна консолидировать и навести некий порядок. Потому что с того момента, как начались постоянные замены министра внутренних дел, начались огромное количество проблем, и все время это сам перетряска рядов дает очень серьезные неблагоприятные вещи. Это касается и, так сказать, этих самых, и тех, кто занимается поисками преступников, исследователей и так далее. Очень много ошибок, потому что меняются люди, появляются загадочные 23-4-летний следователь с ярко накрашенными глазами, который допрашивает, так сказать, страшного рецидивиста. Это какой-то нонсенс и глупость какая-то полная. И мне кажется, что, так сказать, все тут во всех инстанциях надо сначала навести внутренний порядок вообще –